вещи в моем гардеробе обретают вторую жизнь, если это мамина вещь. С другими людьми это не работает, я очень чувствительная. Мне кажется, я при желании услышу голос предыдущего хозяина, я не хочу этого. У меня целая фан-группа людей, которым я отдаю свои вещи. У меня не было повода до этого хвастаться этим. Но у меня есть родственники, девочки-подростки, которым достаются мои платьица, пиджачки и кофточки. И для некоторых из них это прям целое событие, что они получают такие вещицы. Они, время проходит, они мне говорят об этом какие-то особые теплые слова. А мне приятно, что я могу рационально решить эту проблему. Просто собрать большой мешок вещей, отвезти женщинам в моей семье, и они правильно распределят, кому что нужнее. У меня есть плавательный костюм, купальник Спида, которому, если я правильно помню, лет 20. И уникальность этого купальника в том, что у него низкая посадка трусиков и очень высокая талия. Я чувствую себя героиней 19 века, крайне редко его надеваю. Обычно, если вот вечером иду плавать, я думаю, что это самая старая вещь в моем гардеробе. Ну, с Гугла, да, потому что нужно разобраться, что в наше время называется осознанным потреблением. А затем я бы рекомендовала прекратить все предыдущее перепотребление через хорошую селекцию вещей в своем шкафу. От чего-то нужно избавиться, освободить полки и начать использовать вещи по-другому. Я думаю, что это только H&M. Хотя я не смогла так вот быстро найти. Я не знаю, где произвести сверху остальные бренды, осознанные или нет. Но думаю, что это H&M, они, по крайней мере, просят сдавать вещи и что-то потом там с ними делают. Так что да, ответ H&M. Я никогда не совершаю необдуманных покупок. Я знаю, о чем я говорю. У меня есть фишка, могу вам предложить ее как такое практическое решение. Если вам сегодня понравилась вещь, но вы из тех людей, которые любят все обдумывать, если на утро следующего дня вы вспомните об этой вещи, пойдите и купите ее. Если нет, забудьте.